Здравствуйте, прелестники и прелестницы. С вами я, психолог Светлана Прель. А у меня в гостях общественный деятель, политик, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и заслуженный артист, певец и композитор Сергей Трофимов. Говорить мы сегодня будем об образовании, о ценностях семейных, что, в общем-то, не свойственно для прельских тезисов. Мы будем говорить серьезно, никаких смешочков, чтобы Серега не было. Вот. Значит, какова твоя роль, Серега? Ирина, как политик, выступает все время, общественный деятель, выступает с инициативами. Она все инициативничает и инициативничает. И инициирует, да? Да. Неужели мало Госдумы? Да, а ты представитель творческой интеллигенции, поэтому сегодня ты в носу не ковыряешься. Вот. И оцениваешь инициативы женского ума. Что ты по этому поводу думаешь? Может, какие-то коррективы внесешь? Согласен? Ну и потом ты, я так понимаю, активный гражданин своей страны и очень душой и телом болеешь за страну свою. Я правильно все понимаю? Правильно. Наверное, да. И Сергей, кстати, вполне можно назвать тоже общественным деятелем нашей страны. Вот, кстати, я хотела узнать, кто это такие общественные деятели? Вообще слово «общественное» все мне не нравится. Ну, первый общественный деятель был Владимир Ильич Ленин. Ну, допустим. Начало хорошее. Да. Начало хорошее. Кстати, там даже чем-то конец мне не очень нравится. Так вот, кто такой общественный деятель? Нифига себе, конец не нравится. А конец, что? Конец Ленина или конец слова деятеля? Он Ленин теперь жалеет всех живых. Ну, может быть. И столько всего завещал. Но не всегда это хорошо. Что мы еще даже не успеваем все это выполнить. Вообще, конечно, общественным деятелем может стать абсолютно любой человек, которому нужно дальше своего носа. Если называть вещи своими именами. То есть тот, кто готов для других, в том числе и на общественных началах, что-то делать. То есть безвозмездно. Безвозмездно. Это мне не нравится. Как бы, это тебе тем более, да, не нравится. Как бы безвозмездно. Это человек, который делает то, что он не может не делать. Потому что ему кто-то сказал «надо». А это человек, который осознал какую-то миссию. Причем она может быть выражена в чем угодно. Это может быть любая тема. То есть общественный деятель – это мессия. Значит, это не Владимир Ильич Ленин, а Иисус Иосич первый был. Ну, понятно. В общем, есть такая... Ты вдруг проснулась и поняла, да, о том, что у тебя есть некая миссия, и ты можешь принести пользу своей стране, что сидеть, в общем-то, баклуши бить, и давай вот с инициативами. И куда вот, допустим, так случилось, да, припудрив носик, я поняла, что я какую-то миссию вот должна нести, да, что-то вот полезное для страны сделать. И куда должна направиться блондинка, какой, красивая, какой институт благородных девиц, да, ну, конечно, чтобы вот это все... Тебя начали мужчины слушать твою инициативу. Тем более такие мужчины. Ну, конечно, да. Вряд ли будет правда, если сказать, что вот вдруг в одно прекрасное утро что-то перещелкнуло, потому что это процесс становления, это процесс длительный, он внутренний, он в том числе и философский, познавательный. Ты просто в какой-то момент понимаешь, что ты не можешь делать вид, что ты не знаешь вот этого, что ты не можешь не делать то, другое, пятое, десятое, и это постепенно, вот как в природе, все происходит плавно, постепенно. У нас же не наступает лето сразу в январе. А как же теория большого взрыва? Теория большого взрыва, кстати, очень интересная теория. Вот видите. Но какой-то фактор как раз является вот этим детонатором, после которого ты вдруг начинаешь делать что-то, что ты не делал раньше. Угу. И выясняется, что у тебя есть единомышленники. Это, кстати, подтверждение того, что миссия, когда это нужно еще кому-то другому, то, что делаешь ты. Угу. Потому что у нас вообще много, в том числе и творческих людей, которые что-то делают, думают, что они гении, но то, что они производят, ну, как правило, никому, не как правило, они... В принципе, никому не нужно. И эти люди обижаются на весь мир, вот такие непризнанные гении, а они просто, возможно, уникальны в чем-то. Но это не поддерживает большинство. А есть другие примеры. Вот творческий, талантливый, гениальный человек, который делает то, что ему нравится. Не надо указывать. Сергей. Да, не надо показывать пальцем. Я себе рукой показываю. Допустим, Сергей Трофимов. Ну, случайно допустим, же мы оказались ладно. Вместе, да, вот так. В этой студии сегодня. Он делает то, что ему нравится. Мне тоже, я делаю то, что мне нравится. Он так вздохнул, но, как будто он вынужден это делать. Но это нравится еще и всему населению нашей страны. И поэтому человек заслуженный, не только имеет звание заслуженного артиста Российской Федерации, но и заслуженно пользуется
признанием у своего зрителя. Серег, а правильно тебя понимает Ирина Волынец? Она все, что у тебя, всю твою миссию, все, что у тебя в голове, все, что у тебя, какие были потребности, все это она озвучила? То есть женщина понимает мужчину, как ты считаешь? Сейчас Ирина про тебя целую минуту тебе посвятила. Отвечая на вопрос о себе, да? Отвечая на вопрос о себе. Настоящая женщина. Настоящая женщина, да, плавно переключилась на тебя. Я на самом деле являюсь таким, как бы сказать, сексистом со знаком наоборот. Я считаю, что в принципе женщинам нужно давать больше инициативу, потому что все, что делают в последнее время мужчины, оно как-то не очень. Ну, это понятно, потому что разные психотипы, разный код заложен самой матушкой природой. То есть ты хочешь сказать, что мужчинам надо на второй план? Да. И то, что сейчас уже происходит, это нормальное явление? Уже вот пора. Посторонитесь, я считаю, что вообще потихоньку должен матриархат в его таком лайтовом виде возвращаться в общество, иначе это общество обречено. А чем ты это обоснуешь? Почему ты это просто так? Ты хочешь нам понравиться с Ириной? Нет. Или ты на самом деле так считаешь? Нет, не только нам, а всем остальным женщинам. Ну да, да, да. Тебе что, мало поклонницы? Нет, женщина, она по природе своей, она стремится создать некий такой свой уголок, норку, и ее изо всех сил защищать, способствуя тому, чтобы в этой норке все было хорошо и тихо, да, спокойно. Ну, разумно. Мужик, он не такой. Он или романтик, то есть ходит с дубинкой по лесу, значит, там, размышляет о чем-то высоком, попутно там встречающуюся дичь добывает ради прикола. Угу. Вот. А в основе своей он, конечно, агрессор, потому что в нем больше тестостерона, он стремится завоевывать эту же самку с норкой и так далее и тому подобное. Угу. Но весь парадокс в том, что вот эта норка-то, она останется потом, а завоевания, они не ведут ни к чему. Потому что на самом деле на этой земле, вот тебе, как завоевателю, как добытчику, как собирателю богатств, сокровищ и все прочее, ничего не принадлежит. Потому что один момент ты узнаешь, что у тебя сарком легко, как говорил классик, и это уже все не твое. А вот то, что в норке собрано, это останется, потому что это переходит по наследству. Это, кстати, гениальная мысль, и как я в восторге от того, как это перекликается с тем, что чувствую я. Опять-таки, я не сексистка, я очень люблю мужчин, понимаю мужскую природу, потому что у меня из четырех детей один ребенок мальчик, и у меня с ним связь как раз ближе, чем даже с дочерями. Но вот книга, которая скоро будет опубликована, моя книга, она так и называется «Время женщины». Я пишу о том, что сейчас уникальное время, когда женщина может абсолютно все, что можно мужчине, плюс все преимущества, все инструменты женщины. Это сложно представить, но еще в прошлом веке женщина не имела избирательного права, причем не только в России, но и в Европе. Это в Советском Союзе получили даже мы раньше право ходить на выборы. Еще совсем недавно женщина вообще не могла работать. Она использовалась мужчиной для удовлетворения потребностей разного толка, она использовалась для приготовления пищи, ну и так далее, и так далее. В принципе, ну, за человека не считалось. А то, что происходит сейчас, вот этот откат в другую сторону, я категорически против феминизма. Я категорически против противопоставления женщин и мужчин. И я уверена в том, что только вот в этой синергии, в любви, во взаимодействии рождается вот идеал между женщиной и мужчиной. Дело в том, что в классическом понимании мужчин современных маловато, потому что мужчина – это тот, кто берет на себя ответственность и потом за это отвечает. А у нас все норовят понадеяться или на государь-батюшку, или на Господа Бога. Никто сам за себя не говорит. У нас все в основном говорят «мы народ, наше завоевание». Да, мне вот кажется, как-то вообще потеряли уже веру и в государство. Когда ты говоришь про себя, то ты говоришь за себя, да, и отвечаешь за себя, да, не прячась за великими свершениями, историческими завоеваниями и всем прочим. Да, с тобой согласна полностью. Но, к сожалению, вот этот психотип мужчины, он потихоньку исчезает. Угу. Кстати, очень емкое и точное определение мужчины и вообще человека, который что-то достигает в этой жизни, это берешь ты на себя ответственность за себя, за свою семью, за свою страну, или не берешь. И вот, наверное, общественные деятели и политики в идеале, мы сейчас говорим вот о той картине, которую я хотела бы видеть, это люди, которые готовы взять на себя ответственность и за других, и за страну.
Это я все понимаю. Я могу себе представить женщину, не нарушая женскую природу, которая сидит в своей норке, заботится о детях, что она нежная, ласковая и мудрая женщина, она направляет своего мужчину и позволяет ему, да, ну, слово «позволяет», конечно, в кавычках, помогает, да, потому ему, что да? помогает, да. им, потому что настоящему мужчине не надо ничего разрешать, он сам берет действительно эту ответственность и делает, да, то есть получается из вашего разговора, если я правильно поняла, мужчины не хотят уже брать ответственность, соответственно, это идет уже против женской природы, потому что даже когда ты начинаешь говорить о том, что я, у меня есть миссия, я могу, я выступаю с инициативой, я чувствую вот этот вот мужской стержень, который в тебе просыпается, а ты только в начале своего пути. И такая нежная блондинка с голубыми глазами, а что будет потом? Это вот так кажется. Кажется. И тогда хочется сразу понять, а какой мужчина тогда должен быть с тобой рядом, и о какой семье может быть идти речь, ты выступаешь за семью, за семейные ценности. Если вот такая инициативная, общественный деятель, председатель всех председателей, она, значит, увлечена переустройством всего государства, да, а о какой семье тогда может идти речь? Ну, это вообще, что такое вообще, за форма, конечно, семьи? Начинаю я быть лидером не сейчас, а это, наверное, произошло по факту моего рождения. Ну, во-первых, я старшая дочь в многодетной семье. Я уже была должна отвечать за других, за себя. Когда я стала старше, я отвечала уже и за своих родителей, отвечаю сейчас. Потом у меня был бизнес. Это был серьезный проект, который я сама создала, руководила им. И мне не было это в тягость. То есть я не хочу предстать в виде такой вот жертвенной женщины, которая была вынуждена заняться бизнесом, теперь политикой. Мне это все очень нравится. Более того, например, мой муж из категории тех мужчин, которому интересно быть деятельной женщиной, с женщиной, которая знает, что она хочет, с которой не скучно. И он, например, пожалуйста, если бы я захотела заниматься только семьей и только детьми, наверное, был бы рад. Но вот, например, когда его родная сестра была какое-то время с ребенком дома, он всячески ее наставлял, чтобы она снова вышла на работу, чтобы она нашла себя, и она нашла себя. И ты говоришь об уверенных мужчинах, которые не боятся, что его женщина выйдет и проявит себя. Чего бояться? Я не понимаю. Бояться потерять. Когда она уходит из-под его человека, контроля. Даже если он не выходит из дома. Но это правильно. Быть с ним в одном пространстве и в то же время чувствовать, что ты одинок. То есть, если ты любишь, отпусти, и то, что твое, будет твоим. А потом семья – это же отношения, это доверие, это любовь. Согласна. Серег, не вздыхай тяжело, скажи по поводу… Сейчас не надо доверять, да, ты, Сергей? Нет, это просто к тому, что мужчины долго не выдерживают женских рассуждений, и они начинают тяжело вздыхать. Вот, скажи, поэтому они хотят, чтобы мы ушли из этой норки, и оставили в покое. Почему бы нет? Да, слушай, Серег, по поводу образования. Вот Ирина выступает с такой инициативой. В одной из статей она говорит о том, что потеряно доверие к педагогу, авторитет, да, и мне хотелось бы тебя узнать, вот ты вспоминаешь... Статус учителя, да, ты вспоминаешь школьные годы, можешь вспомнить учителя, который ты можешь сказать, да, вот этот учитель был с большой буквы, это, ну, то есть я о нем вспоминаю с такой теплотой и доверял полностью этому человеку. Вот был такой учитель в твоей жизни в школьные годы? Конечно, был. Был такой учитель. А вот скажи, то, что сейчас происходит, и то, что ты бьешь в колокола, то, что доверие сейчас к этой профессии вообще, она обесценена, да, даже педагог. Светочка, что такое произошло? Дело вообще не в этом. А не в этом, а в чем? Там проблема лежит гораздо глубже. Ну, глубже, безусловно. Не на пустом же месте это было. Понимаешь, в чем дело? В советское время образование подразумевало... какое-то начало, какого-то старт социального лифта какого-то. Ты мог получить школьное образование, потом закончить университет там, или институт, работать по профессии, получать достойную зарплату, и пусть, в принципе, в глобальной экономике то, что ты производил, никому не было нужно, потому что социалистическая система планирования без военного коммунизма показала свой полный пшик, не учитывая реалии жизни. Вот, что на бумажке хорошо, а оно в жизни не работает. Но это была видимость социального лифта. Сейчас в нашей стране система сложилась такая, что если смотреть на все так вот уж правдиво, как говорится, да. То вот эта форма мафиозного государства, которая делится на кланы и не подразумевает вхождение в эти кланы
кого-то со стороны, поскольку произошла глубокая, трагическая, отрицательная селекция, начиная со времен Великой Октябрьской революции, когда интеллектуалы, люди, которые хотели что-то делать, которые могли, самое главное, что-то делать, у которых было свое собственное сознание и осознание реальности, не массовое, а индивидуальное, они потихоньку выбивались, и все больше оставалось коллективного бессознательного. И эта отрицательная селекция в наши дни привела к тому, что, к сожалению, решают и вершат судьбы государства не люди, которые что-то в этом понимают или которые видят перспективу, а которые лояльны к существующим, скажем так, правящим кланам наверху системы. И какое бы ты образование ни получал, как бы ты ни двигался, ты понимаешь, что лучше всего обучаться в питерской школе дзюдо, что будет иметь перспективы, чем обучаться квантовой физике, понимаешь, а потом не иметь ни грантов, ничего и так далее и тому подобное. Я тебя понимаю. Этой системе педагог, он потихоньку, он в принципе исключен, как один из вариантов начала старта вот этого социального лифта. Угу. Как только в стране появится востребованность в специалистах, в людях думающих, в людях, которые могут принимать верные решения в силу своего интеллекта, образованности и так далее и тому подобное, то профессия педагога опять будет востребована так же, как она была востребована в Советском Союзе. Востребована – это одна история. А мы говорим про авторитет педагога. И авторитет будет тот же. А на чем, как, что должно произойти, чтобы эти изменения случились? Давай я тебе буду как бы называться учителем. Давай. Ты понимаешь, тут все дело в словах и в их осознании. Вот давай, я буду называться учителем. И буду тебя, так сказать, обучать, как правильно надувать задницей воздушный шарик. Так. Понимаешь? Угу. Как бы у нас с тобой будут вполне доверительные отношения. Но в глазах общественности, и я как учитель, и ты как ученик, будешь выглядеть полным идиотом. А тебе не все равно? Мы же говорим о статусе. Да, здесь вот хотелось бы добавить. Произошло глобальное, к сожалению, негативное преобразование, я согласна полностью с Сергеем, в том числе и в сфере образования. У нас вообще изменились все стандарты образовательные. Школа сегодня – это исполнитель по договору об оказании образовательных услуг. Uh-huh. И учитель в этом договоре – крайнее звено, то есть самый низкий статус. А я вообще не понимаю, как можно… По сути, обслуживающий персонал. Да. Ты представляешь, в ЕГЭ исключили сочинение. Что это за бред вообще? Это вообще просто… А как мыслить-то? Нет, сейчас уже возвращаются сочинения. И, кстати, наша организация внесла свою лепту, я считаю, весомую, потому что еще в 2016 году мы провели всероссийскую акцию за реформу ЕГЭ. И как раз после нашей акции мы собирали подписи по всей стране, все родители нас, ну, почти все поддержали. Угу. Мы исключили сейчас тестовую часть из ЕГЭ. И, в общем-то, вообще сама система ЕГЭ заслуживает, наверное, отдельной темы. Это же какой-то бред вообще. Она порочна, конечно. Это огромные деньги, это огромные бюджеты. Есть заинтересованные субъекты в том, что это постоянно списывается. Дело в том, что это была вообще система ЕГЭ. Она была придумана в Америке для школ, где учились дети с отставанием умственного развития. Правильно, а зачем? Есть варианты предложенные. Ты либо попадешь, либо как-нибудь угадаешь, либо что-нибудь да придумаешь. Когда тестовая часть, пальцем в небо получишь тройку. Понятно, что управлять толпой, который не думает, не рассуждает, а просто выбирает предлагаемые варианты. А в психологии, если ты три раза скажешь «да», ты и четвертый раз скажешь «да». Помните компанию выборную Ельцина? Да, нет, да. Да, совершенно верно. Поэтому все это здесь, все это понятно. Никакой критики нет, не надо рассуждать. Но вот смотрите. Теперь слава богу, свет убрали. То есть тестов сегодня нет, они только в языке. И то не по всем предметам, не по всем иностранным языкам остались. Но если говорить об учителе, то есть вот как бы вот эту тему мы обозначили, то та зарплата, которая сегодня есть у учителя, не беря в расчет крупные города, такие как Москва, Питер и там еще несколько, их не так много в нашей стране, вообще зарплата нищенская. В советское время, кстати, у учителей была хорошая зарплата. И брали в педагоги лучших из лучших. Было очень трудно поступить в педагогический вуз. Сегодня набирают студентов по остаточному принципу. То есть те вот школьники, которые получили как раз мало баллов по ЕГЭ, вынуждены идти в педагоги. Но они это не работа по призванию, потому что учитель – это тоже служение. Согласна. А когда у нас вот идут те, кто вот, ну, просто им так пришлось,
поступить. Но мы видим соответствующие результаты. Они не любят работу, не любят детей. Ну, да. И сколько бы часов педагогики бы ни было, и они, кстати, сократились, эти часы педагогики в вузах, где готовят учителей, никто тебя не может научить любить. То есть либо это есть, либо нет. Согласна. Но все равно, понимаешь, мы как-то все абстрактно обобщаем. Я приведу пример из жизни. Да? Вот учитель завуалированно совершенно говорит о том, что это сплошь и рядом. Да? Завуалированно говорит о том, что ей на день рождения нужно подарить подарок. Да? Она говорит это родителям. Дальше родители, понимая ее намек и опасаясь, что если они не выполнят ее условия, двойки, да, получат, да, заложниками остаются кто? Наши собственные дети. Они выполняют ее требования. Требования были потом в дальнейшем совершенно конкретные. Да? Это не могло не обсуждаться в семьях. Да? Кто поумнее, может, как-то скрыл эту информацию. Я про авторитет учителя. Да. А дальше происходит вообще удивительная вещь. На мой взгляд, вообще... Ну, просто в голову мне такое не пришло, что я могу такое услышать. Когда учитель в буквальном смысле закатывает истерику при детях, при родителях, когда ей вручают подарок, который оказался не тот. Вот понимаешь, мы можем рассуждать о чем угодно, о каких угодно зарплатах. Понимаешь, но вот это, когда видит ученик. О каком авторитете можно говорить? Светлана, это, наверное, какой-то все-таки исключительный случай. Ой, поверь мне, нет. Учителя, просто к нам обращаются не только родители в нашу организацию, но и учителя запуганные, зашуганные. Учителя это бедные, анекдоте, выходят даже, да, из кабинета во время собрания, когда ведется разговор про любые деньги, про сборы, например, на то, что поставить в классе воду, на ремонт. Они стараются не касаться этих тем. И это все-таки редкий случай, когда учителя вот так нагло диктуют свои условия. Все-таки в большинстве своем есть... они у нас сегодня, вот честно, зашуганные. Зашуганные, смотри, зашуганные защиту. Есть зашуганные учителя, перекосы, конечно, агрессивные, да, ученики. Да, агрессивные, есть, которые бьют учителей. Зашуганные ученики, да, перепуганные и учителями, и родителями. Да. Есть агрессивные учителя. Какой-то замкнутый круг, как в анекдоте. Да, так, когда приходит девушка, говорит, вы знаете, у меня нет сексуальной жизни. Доктор говорит, правильно, так, нет сексуальной. Правильно, откуда быть другой жизни, прыщи, если у тебя в стране завуалированное крепостное право просто в современном. Вот, просто давайте, если, да, если ты бюджетник, что ты зависишь от власти полностью, что она скажет, что ты будешь делать. Совершенно верно. Никакой ответственности. Когда я прихожу в школу, да, вот раньше, когда я приходил в школу, прямым текстом уже сказали, учитель не учит, учитель направляет. Дает задание. Вот это вот. Направляет, это, все, это, не это, учит. Это, кстати, да, учитель обозначает тему, это огромная проблема, дети тратят время на уроки дома вообще по несколько часов. Это если ребенок 7 пядей во лбу, вот, и он может сам это отрабатывать. А так, не знаю, смотрят видеоуроки, вот если так вот, на мне YouTube. Просто интересно даже узнать, кого, кто-нибудь без репетиторов вообще. Вот, мне тоже интересно. С первого класса берут уже. Двойная бухгалтерия, конечно, ненормально. Это ненормально. До 12 ночи мой ребенок, конкретно мой, учит уроки. Это девочка, которая действительно учит и ответственна. Это какой должен быть материал? Она бросила заниматься спортом, и не только она, потому что дополнительное натаскивание по ОГЭ, да, 9 класс, и у нее нет времени заниматься спортом. И вот она сидит до 12 с этими уроками. Это что, нормально? Это у меня Ванька тоже сейчас парится. Ну вот. У меня вот тоже дочь девятиклассница, все, да, все выходы, выходные семейные. И она, хоть ты общественный деятель, хоть ты домохозяйка, хоть ты заслуженный артист, сидим, учим уроки. Да, и ребенок сидит и учит. И вот, ну, для меня такая большая радость, что она добровольно высиживает и делает эти уроки. Я не знаю, насколько эффективно, посмотрим, покажет ОГЭ, но, конечно, не все семьи могут позволить себе репетитора. Вот, и что тогда? И еще отдельные репетиторы по подготовке к ОГЭ, к ЕГЭ. Ну да. Для того, чтобы получить эти пресловутые баллы. А главное, что самое интересное, ну хрен с ним. Получил ты вот самый высокий балл, куда ты там поступил, закончил, а работать-то где? Все равно, да. И на каких условиях? В том-то и дело. Вот, это поэтому, возвращаясь, давайте теперь конкретно. А что у нас там президент-то обещал вот учителям, которые его там избирали? 25 миллионов рабочих мест высококвалифицированных? Я вообще где? А где? Где эти места? Да. Кстати, очень печально, что... Мне иногда кажется, что нас всех разводят, как лохов. Нет, начиная с этого банда года... наперсточников, которые лишь бы не соскочить с трубы, они готовы на все. Начиная с этого года Минпросвещение официально заявило о том, что у нас вот первый раз за всю историю Новой России недостаточно учителей. Представляете? То есть их не хватает. Почему?
есть образованные кадры. А нас вообще не хватает. Но они не идут работать в школу. Я вас не хочу огорчать, но на самом деле население-то у нас убывает. Но, к сожалению, эта проблема с нехваткой учителей решается сейчас естественным способом. Детей становится меньше. В прошлом году у нас рождаемость стала ниже, чем смертность. В этом году эта тенденция, к сожалению, повторяется, продолжается. И, в общем-то, мы сейчас летим вот в демографическую яму, о которой демографы там говорили уже достаточно давно. А посему единственный выход – создание православных свингер-клубов. А что это такое? Где предохраняться нельзя и рожать обязательно после этого. Я думаю, что надо просто возглавить этот процесс. Вот тебе инициатива мужчины. Да, который идет своим чередом. Вот чем отличается инициатива женщины от инициативы заслуженного артиста. И народонаселение прибавляется. Посмотри, какой блеск сразу в глазах. О, мужик, что значит. Посмотри, сразу позу поменял, сразу заинтересованность проявил. А ваш комитет потом будет всех воспитывать. Да. Коммуну. И Дальний Восток заселим. Да. И это предгорье вот этого. И тут Остапа понесло. И, кстати, уже хорошая предвыборная программа для Сергея. Да мы китайцев обгоним через 5 лет. В 2024 году будут выборы президента. Если вы пообещаете каждой бабе по мужику, а каждому мужику по телевизору, я думаю, что это им не надо, это у них есть. Я думаю, что у вас есть шансы на то, чтобы занять главный пост в нашей стране. Нет, я честный фраер. Я, например, баллотировалась в президенты в прошлом году, как сказала Света. Но потом пока я не решилась пообещать каждой бабе по мужику, потому что, ну, на самом деле, где их брать? Вы абсолютно правы в этом. Скажи, Ирин, а вот баллотироваться в президенты, у меня тоже такая мысль была. Мне сказали, что это такой хороший пиар-ход. А потом, естественно, надо вовремя соскочить. Это была такая пиар-акция, чтобы все узнали, кто такая Ирина Волынец. Вообще, все, что не некролог, все президент... пиар, если говорить о пиаре. Ириш, да. Вы баллотировались в президент какой страны? В Российской Федерации. Да, в нашей стране. Да, хотя мне моя дочь... Еще лучше пиар-ход был бы туда. Моя дочь, которая 13 лет, она мне сказала, что фамилия Волынец, ну, украинского происхождения, это фамилия по мужу. Она говорит, у тебя на Украине все шансы, там сейчас будут президентские выборы. Если ты подсуетишься, говорит, что ты эту Юлю не переплюнешь. Ну, это шутка, конечно. Ну, это пошутила моя терять. 13-летняя дочь. Хорошо шутит, да? Да. 13-летняя. А ты говоришь ОГЭ, ЕГЭ. А вообще все, что связано с пиаром, решение о том, что я буду баллотироваться, было принято еще за год до выборов. Это инициатива от наших активистов нашей организации. Я так к этому относилась изначально, ну, достаточно серьезно и скептически, потому что это громкая заявка, да, то есть это нужно иметь какую-то определенную смелость. И жизнь расставила все по своим местам, когда 1 сентября 2017 года, начиная с 6 утра, мой телефон оборвали журналисты, потому что РБК, Ведомости там в ноль с чем-то часов опубликовали материал о том, что Ирина Волынец входит в кремлевский список женщин, претенденток на главный пост страны, и это была подача, которую нужно было либо отбить, ну, либо сказать, что я делов не знаю, и вообще там никто меня никуда не приглашал. Я, например, знаю, что сказать, что ты не при делах, это самое простое, что может быть. А вот сыграть, и я стала давать интервью, я стала отвечать, что да, так и есть, мы будем работать. И в итоге, мы прошли этот путь, это было очень интересно. Ну, пройти этот путь, это пройти до конца, в моем понимании. А пройти на полпути, а потом сойти, это такая хорошая пиар-акция. Даже дойти до бюллетеня, до выборов, это тоже пиар-акция. Нет, это потому что все прекрасно понимают, как бы закончились эти выборы, но президент России начал озвучивать те тезисы, которые были в программе нашей организации Национального родительского комитета. Он взял 6 конкретных пунктов, связанных с детьми, и, кстати, свои обязательства он выполнил. И они в том числе касаются и материальной помощи семьям. И сравнив все, взвесив за и против, коллегиально, то есть это решение принимала я не единолично, коллегиально мы решили, что чем размазывать голоса, мы призвали своих избирателей проголосовать за него на основании той программы, которую он озвучил в январе. 31 января я выступила. Ирин, на самом деле, тезисы, может, он какие-то там и выполнил 6, я не в курсе. Это все запатриковано в СМИ. Но дети в обморок у нас голодные падают. Это что вообще такое происходит? Это как можно себе представить? Не война, не блокада. Как это так? Школьники в голодный обморок падают, вот Кемеровская область. Да, и вы выступаете с инициативой какой? Мы выступаем с инициативой
инициативой о необходимости лечебном голодании. Разработки новых федеральных стандартов по предоставлению бесплатного питания на территории всей России детям из категории семей, благополучных, неблагополучных, обеспеченных, необеспеченных. А вспоминая фразу «денег нет, но вы держитесь», откуда это все будет? Я считаю, что если у нас в Конституции написано, что Россия социальное государство, вы бы еще про священное писание. Значит, нужно, священное писание вспомним, да, значит, нужно обеспечить эту норму и показать, что мы действительно великая держава и социальное государство. То есть я понимаю так. А если это не так, то надо тогда признать, что это не так. То есть просто расставить точки над «и». Ну, то есть, я Ирина, правильно? Мы сейчас величаво вложили в это самое, как ее, все бабло в Венесуэлу, а там вроде как местный этот самый пахан соскочил. Так что я думаю, пока еще не соскочил. Я думаю, величие, нет, пока величие еще слегка не соскочил. Пошатнется. Мы его поддерживаем. И еще там... Как Башар Асада? Еще у него большие очень шансы сохраниться. Но нам войска туда не перекинуть. Никак. Ну да, без войска, достаточно сложно. Ну, в общем, я правильно понимаю, что общественный деятель, выступая с инициативой, он просто говорит, ребят, вот надо бы так, и хорошо бы так, и вообще в Конституции про это написано. А вот как это будет? Мы, конечно, мужчины говорят у власти, мы, конечно, вас послушаем, общественных деятелей, но как это все будет? Это вот это просто вот фраза. Конкретика я вижу в зоопарке, когда я прихожу и вижу табличку, этого, значит, тигра кормит меценат Иванов Иван Иванович. Да, это я вижу. Вот она, инициатива. Пришел мужик, говорит, этого тигра я кормлю. Все, пацаны, за него беру ответственность. Ну, может, тогда, если мы уж совсем, ну, давайте признаемся, что государство на нас плевать хотело, а дети наши падают. Государство? О чем ты говоришь? Вот, я прошу, ну, вот вообще, ну, так, условно назовем, да? Государство, по определению классиков марксизма-ленинизма. Состоит из кого? Ну, из нас. Из правящего класса, воля которого выражена все больше на Ленина похож, Сергей. Воля которого выражена юридически в законе этого государства. Да. И оставит интересы правящего класса. Вот нынешнее государство какого класса отстаивает права-то? Своего. Чиновничества и олигархии. Приближенных чиновников. То есть практически конторские братва. Ну тогда все вот эти инициативы, они что это такое? Просто трепыхание воздуха? Нет, у нас есть конкретные результаты. Это вот, поделись конкретно. Если бы пханы спросили у мужиков в камере, ну что, ребята, что вы думаете по поводу Воровского? Давайте как бы инициативу высказывайте. Когда мы высказали инициативы об учреждении материнских зарплат, так, независимо от количества детей каждой женщине, до достижения просто потому, что 18 она... лет, да, да, просто потому, что она мать. Зарплата. Да, и не просто объявили где-то, а это все осветили СМИ. Мы провели в Госдуме широкую пресс-конференцию, у нас был круглый стол. И депутат, кстати, от «Единой России» Сергей Вострецов нас поддержал и инициировал все это мероприятие. И у нас были вообще там и на уровне министров, у нас были там и сенаторы, и многие говорили, что это безумие, потому что все инициативы, которые, вот как говорит Сергей, требуют бюджетных средств, просто в Думе не проходят. И что это безумие, и что ну, чего вы добьетесь? Зарплату буду получать, да, в итоге, пусть не на 100%, вот почему я снялась в пользу Путина, пусть не на 100%, но уже в 2017 году мы выступили с этой инициативой, а в 2018 ее озвучил президент. У нас теперь матери первенцев получают зарплату до 1,5 лет около 10 тысяч рублей на территории всей России. Федеральной или муниципальной? Федерально. Но те категории семей, прожиточный минимум в которых составляет 1,5 или менее прожиточных минимумов на члена семьи. Которые вот как раз в обморок падают. Но это очень важно, потому что... Смеяться. Люди в обморок падают, а он ржет. Да нет, ну... Нет, ну давайте не будем в комедию превращать, действительно. То, что связано со вчерашней новостью... Да все эти инициативы... Это официально не подтвердилось, я не являюсь адвокатом регионального правительства, более того... Оно заявило, что это слухи, но источник информации все-таки не бабушка во дворе, а уполномоченная по правам ребенка региона. И точку в этой истории мы можем поставить только после того, как Следственный комитет даст свой отзыв, потому что он сейчас расследует, и прокуратура расследует. А избежать этой ситуации в дальнейшем можно только после внедрения нашей инициативы по предоставлению бесплатного питания всем детям. А ведь на самом деле... Потому что малообеспеченные боятся признаваться, что они малообеспеченные. На самом деле в обморок упал глава местной прокуратуры, который все свои деньги перечислял несколько месяцев на школьные завтраки.
Тюн тебя ткнуть еще раз. Да, но, конечно, эта ситуация вопиющая. Кстати, сегодня в новостях сказали о том, что Минобороны рассекретило материалы, связанные с освобождением блокады Ленинграда. И я, например, вот когда вчера мне позвонили журналисты, узнала это от них, которые просили у меня комментарии по ситуации в Кемеровской области, у меня, например, просто вот мурашки шли по спине, потому что мой разум отказывался верить в то, что это правда. Я вот как раз была в самолете, мы шли на посадку, на взлет, вернее. Я надеялась, что эта информация не подтвердится. Но думаю, вдруг СМИ что-то перепутали. Когда я вышла из самолета, конечно, я увидела новости, что все это правда. И я вспомнила как раз блокадный Ленинград. И я была уверена в том, как и многие наши сограждане, что эта страница навсегда осталась в прошлом. Когда наши дети падали в голодные обмороки, когда они умирали от голода. И когда это происходит сегодня, это, конечно, вообще за гранью понимания. А знаешь, ужас в чем? Вот ты говоришь, я не могла поверить, а я уже эту информацию восприняла, что неудивительно. И мне кажется, это что самое эти... страшное. Вот что страшное, окно понимаешь? Обертое. Вот я про что тебе и говорю. А про что вообще говорить-то? Да ладно, Серег, сиди. Я просто не совсем в курсе, что случилось-то. Да ничего. Поступила информация с Кузбасса о том, что дети на Кузбассе в школе, родители которых не могут заплатить 50 рублей за школьный обед, падают в обморок, в голодный обморок, и что это не единичный случай, а что уже это начинает носить системный характер. Вот мы говорим о том, что дай бог, чтобы это оказалось неправдой. Ну, правильно. Нет, почему неправда-то? Жизненный опыт подсказывает, что это все так. Вот как раз блокада. Мы сейчас в блокаде агрессивного блока НАТО. Из последних сил, можно сказать, выстаиваем. Потому что все логично. Вот знаешь, Ирина, а как ты, правда, с мужчинами работаешь? Мне кажется, ты вот серьезно что-то говоришь, а они же вот стебутся просто. Вот я почему Серегу позвала, это вот я так и знала, что будет. Понимаешь, что ты будешь серьезно рассказывать о проблемах, а он будет стебаться. Почему? Потому что он не верит. Он просто смеется. Он говорит, ну да, девчонки, идите из своей норки там пощебечите, что-то там поговорите, херь-то полный. Ну я правильно тебя понимаю? Так реагируете абсолютно, вы на нас? Абсолютно. Не, ну просто я понимаю, как все устроено. Как бы тебе дают информационный вброс по любому поводу. Там японский сдачу японцам курил, там еще что-то такое. Это все для того, чтобы как бы общественное мнение, вот представителем которого является Ирина, сказала, херась, что это, блин? А в это время уже из бюджета стырили опять что-то такое. Пока она херась говорила, они уже херась. Это же государство. Подожди, а что делать? Государство есть... наперсничков. Что делать? Там еще раз увидят. Что делать? Да. Что, молчать? Ты знаешь, Светка. Лучше молчать? Честно скажу, я глубокий патриот. Ну. На самом деле. Я мне за Россию обидно. Мне стыдно перед людьми, которых я знаю русских. Знаю с детства глубоко. Причем с такой глухоманией, где еще фольклорные экспедиции мы ездили. В Архангельской области, я знаю, как люди живут. Это и когда вы в консерватории еще учились. Да, что такое русские люди в принципе, понимаешь? Угу. И я глубоко их уважаю. Но чтобы что-то в этой системе поменять и забыть уже окончательно навсегда все эти советские приколы. Не получится забыть советские приколы. Мне кажется, что... Потому что там было очень много полезного, нужного. И того, что сейчас как раз, вот, чего нам очень не хватает. Да, но понимаете, все это было оплачено, к сожалению. Это же все на костях. Вы согласны стать костьми ради светлого будущего? Или хотите в светлое будущее на чужих костях? А когда вообще какие-либо достижения и где были не на костях? Ну, например, после отмены крепостного права, когда частный капитал России начал наконец работать свободно, и были даны права сословиям. Вот все, что мы видим, всю эту архитектуру наших городов, все, что было построено, это было построено за каких-то 30 лет с небольшим. Не надо держать народ за гопников и быдло. Надо дать им волю, свободу. И возможности. Возможности и обозначить какую-то перспективу. Ну вот все. Я тоже согласна. Ну вот смотри, но ты тоже сейчас лозунгами говоришь, надо дать, надо дать. А делать-то что? Вот смотри, она выступает с инициативами, тебе сработает. Начала я у тебя спрашивать, а что делать? Ты начал, надо то. А что не дают эту инициативу проявлять? Почему боятся эту свободу дать? Мы что-то, какие-то особенные? Нет, нам потому это... что за экономическими свободами следует свобода политические. Угу. Когда у тебя возвращаются нормальные в стране выборы, когда у тебя нормальные политические партии с разным представительством, как бы сословие общества, которое выражено в этой
политической партии. И где власть принадлежит не чиновникам и бюрократам, даже самого высокого ранга, таким как президент, а которые понимают, что они, сука, наемные работники на деньги, которые плачу я, ты, она. Да, это все понятно. Да. Нет, ну, наверное, зависит от всех нас, вот как мы будем себя вести. А когда у тебя психология, крепостного, которому Байден что-то разрешает, а что-то нет, ничего не будет вообще. То есть пока в нас это живет, никаких перемен не будет? Или естественно. Что? Человек, должен, и он все идет от человек нас. Должен ощутить в душе свою свободу, достоинство и право называться человеком. А это вопрос сознания, понимаешь? Угу. А в сознании у нас великие победы, свершения и все прочее, не называя цену всего этого. Угу. Смотри, ты ратуешь за то, чтобы семья была крепкой, чтобы сохранять традиции. Я тоже за семью и за традиции. Серега, так как он в семье, тоже вынужден признать, что он тоже за семью и за традиции. Куда он теперь денется? Куда он теперь денется? Он был дважды женат и дважды счастлив. Ну вот. И, значит, что я хочу сказать. А всячески нам навязывают эту мысль, что институт семьи – это уже что-то такое прошлое, это некий атавизм, не нужно совершенно. И понятно, почему это навязывают, да? На мой взгляд, крепкая семья и это и крепкое наше государство. Конечно. Ну вот скажи ячейка. Мне, Серег, вот, да, ячейка, да. Вот скажи да, мне, Серег. Оставь слова, в которых ты ничего не понимаешь. Государство и все прочее. Ну. Не говорите слово государство. Государство. А мое государство это и есть моя семья. Это вот так воспринимаю. Это свобода ведущей говорить. А, любое хорошо. Слово. Ну а что ты хочешь сказать? Что? Нет, что ты хочешь сказать? В нашем патрицепате. Так. Вот так. Вот теперь я понимаю. Так вот, Серег, объясни мне, пожалуйста, вот почему женщина может еще бороться, семья, верните семью, она чтобы была крепкая может. Семья, потому что ну, у нее по природе она так устроена, ей правильно. Нужно ребенка родить, она... и в этот именно период она очень уязвима. Ей нужен мужик, который этого мамонта принесет. Вот объясни мне, пожалуйста, как ты здравомыслящий мужчина, тебе зачем вот семья? Вот как ты объяснишь а другим? А куда мамонта нести? Подожди, свет? Другим... А может, у него и нет уже потребности этого мамонта носить, а может, он кого-то наймет. Он и детей даже рожать женщина не нужна. Взял, пошел там Киркоров, денег заплатил, ему детей понарожали. Ну, я так уже, понятно. Вот, Серег, объясни Киркоров. Мне, какие вот за у тебя будут аргументы, что семья необходима мужику. Мы-то женщины согласны, Пока еще. Пока еще. К сожалению, а может, к счастью, человек такая структура, что он... Существует в нескольких ипостасях. Помимо того, что вот мой homo sapiens, ну, насчет sapiens я в современном общении... Ну, будь homo хотя бы. Не очень, просто homo, да. Не homo, а homo. Homo. Больше нравится homo erectus. Ну и чего? Ну, ладно. Потому что сапиенсов все меньше и меньше. Ну. Вот. Он еще является и носителем своего собственного сознания, которое является частью его личности. И он же является частью социума. Понимаешь? И все это вместе в нем, по идее, уживается. И это же является противоречиями, и это является теми уже краеугольными камнями, которые делают структуру цельной, понимаешь? Угу. На самом деле это что-то подобное таким вихревым образованием, связанным единственным естественным магнитным полем, которое является твоей личностью. Ну, у женщин то же самое, представляешь? На самом деле самец в любой стае, он стремится как бы продлить свое семя на этой земле, потому что у него такая задача генетически стоит. Да, ну и пусть свое семя разбрасывает, что вы, в общем-то, порой и делаете везде и всюду. Пошли ну, уплёки, а семья это зачем? Одна единственная женщина. А дальше? Ну, во-первых, не у всех. Ну, культур, не у всех, да, есть там. Да. Хотя я в России многоженство не понимаю. Это приведет к краху мужчин вообще. Мужчин? Одно дело арабская женщина, которая пикнет детьми, а другое дело наша женщина. Представляешь, три бабы в семье, ну это кранты, это что это? Ну не отвлекай, значит, он должен разбросать свое семя. Ну и разбрасывал бы. Семья-то зачем? Ну вот, дело в том, что он это семя должен еще и сохранить, чтобы оно не погибло. Проконтролировать. Ага. Да. А вот, а поскольку теперь, вот, понимаешь, в чем дело? И все, что происходит. Я вот тут очень серьезно увлекаюсь в последнее время квантовой физикой, только не надо смеяться. И нейронами головного мозга. А они, сейчас можно смеяться? Да. Дело в том, что вся цепочка нейронов, она работает уже больно синхронно вот с этими самыми квантами, создавая некое единое поле. И наш мозг, он как бы работает полноценно,
когда он ставит перед собой задачу, достигает ее и видит результат. Все это, как бы, грубо говоря, происходит во время процесса потребления пищи. Тогда мозг чувствует себя как замкнутая система, то есть с законченным каким-то маршрутизацией. Ну, понятно, да. Сейчас это не нужно. Ты идешь в магазин, покупаешь чего-то, и у тебя нету вот этого цикла. А поэтому, как бы, происходит сублимация вот этой деятельности мозга. Очень интересно. Направленные на какие-то там свершения в области компьютерной графики и так далее и тому подобное. Ты что, понимаешь, о чем я говорила? Например, да. Что само по себе рождает научно-технический прогресс. Да. Но потребность защитить свое семя у самца по-любому осталась, ее никуда не девать, она заложена в тебе, природа матушка. Поэтому ты вынужден защищать свое семя теперь в социуме и в том предложенном, как бы, миропорядке, который существует сейчас. Ну, на Западе это 6-й технологический уклад, у нас, наверное, еще 3-й. Вот. И потребность создания своей семьи и ее сохранения, она естественна, просто она имеет сейчас вот вид такой, какой она имеет в современном обществе. Как бы существуют всякие там мнения, начиная там с Вебера и прочих этих самых пораженцев западных, что семья, она отходит в сторону, и что, в общем, человек как единица в современных условиях способен существовать... Атом мирный. Способен существовать абсолютно индивидуально, что мать может одна растить, что отец может растить, что вместе матери и отцы могут растить. А для чего эту мысль внушают она? Это противоречит самой природе. Конечно, это вообще окно о виртуальности. Конечно, как говорил классик, слухи о смерти семьи явно преувеличены, преждевременны. Конечно же, институт семьи претерпевает изменения, особенно в обществе потребления, когда у нас такая глобальная атомизация. Ну да. Браки заключаются все реже. То есть вот это вот сожительство, когда хипстеры там считают себя мальчиками и девочками до 40 лет, хорошо зарабатывают, без оформления отношений, без детей, съехались, пожили, первые ссоры, разбежались, съехались дальше. Вот они в отношениях, вот пишут статусы в социальных сетях. Не замужем или женат, а в отношениях. Что это за отношения, к чему они приведут? Это, опять же, это снимает с тебя ответственность. Да, но это удобно там до 40-50 лет. Но, как сказал писатель... Как только человек перестает чувствовать под собой ответственность, он лишается достоинства собственного. Ну, как человек, лишенный собственного достоинства, управляем. Это уже атомизирован, и он еще больше потребляет. Это уже вот раб. Для чего все это внедряется. Вот, золотой слово. А природа говорит о том, что если к 40 годам твой дом не наполняется детскими голосами, то он наполняется кошмарами. Поэтому здесь вот эта вот постоянная проблема, ты не вкладываешь, у тебя нет ответственности, ты никому ничего не должен, но и тебе никто ничего не должен. И ты живешь просто как кактус в своем горшке. И дай бог, если тебя даже это... Даже многие деятели шоу-бизнеса как бы... Да, потом они находят суррогатных матерей. Как говорят, через жопу, но все-таки... Да, рожают. Ну, Серег, ну так хорошо начал, ну что ты опять туда залез? Поэтому мы никогда, например, в своих выступлениях не говорю о том, что женщина, которая не родила, это не женщина. Да. Это ее личное дело. Но мне кажется, что каждая феминистка... Но женщина, не получившая оргазм, не женщина. Каждая феминистка, это я с тобой согласна, является феминисткой только до тех пор, пока она не встретит настоящего мужчину. Своего мужчину. Мужчину своей жизни. Вот, и тогда от феминизма не остается и следа. Ничего. Конечно. Совершенно верно. Абсолютно ничего не остается вообще. Но, тем не менее, про семью поговорили. А про алименты тоже надо эту тему затронуть. Конечно. Алименщик. А что, ну все вот, было так выступала хорошо. С инициативой, выступала. В жизни не все так сладко. Вот да. Что за инициатива, рассказывай. Что это за мать-одиночка, да, статус отец-одиночка? Да, вообще, в нашей стране нет мужчин-отцов-одиночек. Вообще просто это ужас. Просто законодательно, да, не установлено. У нас вообще, в принципе, в стране отцы, как таковые, поражены в правах. Родителям-одиночкой может быть только мать. Да, хотя по в Конституции того, записано, что равные права. По факту того, мать-одиночка Авраам может быть, что она женщина. Сусаком, помнишь? И если в свидетельстве о рождении ребенка не указано прочерк в графе «отец», то она мать-одиночка и все. Если она малоимущая мать-одиночка, а почему нельзя указать? Получает ежемесячное пособие. В графе «мать» прочерк. Отец есть, матери нет, ну, все. Так бывает очень редко. Поэтому... Мы выступили с инициативой, что в случае, если одинокий родитель, независимо от пола, в течение года и более не получает алименты, не может их взыскать, то присвоить ему статус родителя-одиночки, и в случае, если он малоимущий, выплачивать ему пособие, так как получает, допустим, мать-одиночка, малоимущая и так по закону. Но теперь, если отец... одиночка, то он и имеет законный статус отца-одиночки. И он также имеет статус матери-одиночки. И также эти люди, если они год и более не получают алименты, могут
получать вот это пособие. Смогут получать это пособие. Да. Пистолет с одним патроном. Просто для того, чтобы выжить. Просто для того, чтобы выжить. Я позвонила подруге своей в Германии, сказала, что у нас там с со злостными алименщиками. Я говорю, у нас такого вообще нет, потому что, если не дай бог, то там вплоть до уголовной ответственности. Все это зарплата высчитывается. А у нас тоже введена уголовная ответственность. Ну, введена, но у нас же не работает это ничего. Работает, но... работает. Уже очень повысили сборы, конечно, еще все пока не идеально. Повысили сборы за алименты, потому что им запретили выезжать за границу, просто останавливают на границе. Сажают в тюрьму, отрабатывают. Слушай, они эти общественные вот работы здесь я не очень-то и взыскивают согласна. Деньги в оплату алиментов. А, ну вот если их общественные работы, конечно. И он зарабатывает, введена, и взыскивается. Для злостных неплательщиков введена уголовная ответственность, и это существенно повысило сборы. Так это ничего не даст вообще. А потому вот мы посмотрим. Потому что нужны действенные меры. Действенные меры – это снижение налогов, это снижение кредитной ставки, это свободного частного бизнеса, который обеспечит рабочие места. А для этого достаточно просто политической воли, да? Для этого нужна политическая воля. Ну, политическая воля, понимание элементарных экономических, микроэкономических процессов. Если у населения нет денег, то нет экономики. Если даже что-то где-то работает, какое-то производство, а для кого оно производит? А кто все это купит? Вот видите, какая интересная вещь. Как бы недра принадлежат народу. Но как только, сука, они появляются на поверхности, они уже вроде они как уже и, не принадлежат. Они уже не принадлежат. Вот такая вот интересная вещь. В общем, знаете, к сожалению, еще у нашей страны больше своей территории находится в зоне вечной мерзлоты. И надо, ну, ради объективности признать, что мы тратим огромное количество денег на то, чтобы отапливать помещение. У нас при передаче тепла на такие расстояния это тепло теряется. У нас огромные расстояния, у нас вот есть Сахалин, Камчатка. Доставка продуктов элементарного питания стоит очень дорого. И когда мы говорим, что вот в Германии такое население, и вот они имеют столько, а в России население там вот такое, мы имеем 40% природных ресурсов планеты и всего лишь 2% от населения планеты, и почему мы так живем, нужно понимать, что мы очень большие, нам сложно. Нам сложно географически вот все это выдерживать. Потом климат в Германии. В Европе вообще просто благоприятный климат. Не, сколько дождей, Германия тепло. Это... Они Германия... собирают, пусть не по 3 урожая, как в Таиланде, но все-таки более благоприятный климат в Европе, чем в России для земледелия. Это я все для понимаю. Для скотоводства. Они все выращивают понимаю. Сами. Это я все прекрасно. Нам приходится очень много покупать. Это я все прекрасно понимаю. Слава Богу. А я просто не понимаю другого. Почему мы не можем вместо понтов и вот этой вот сильной армии и всего прочего, нормально интегрироваться в общемировую экономику. Давайте сократим армию чиновников, которые сжирают значительную часть бюджета. Вы покусились сейчас на государственность, понимаете? Я покусилась на армию чиновников, которые нет, а это и есть государственность. Сократить. Это класс, на который опирается правящий верх. Ну, чиновников тоже можно назвать обслуживающим персоналом, потому что не скажите, те зарплаты, те вообще льготы, преференции, которые они имеют. Кстати, далеко не все чиновники далеко в регионах все, имеют да. высокую зарплату. Но да. все-таки вот у нас есть отличный пример. Я всегда эту святую женщину привожу в пример. Это мэр города Якутск, которая выручила огромное количество средств, пересадив чиновников с иномарок на обычные автомобили, отменив банкеты, отменив какие-то другие расходы, кстати, есть же примеры, и потратив эти деньги на детей, в том числе на школьные обеды. Вот эту женщину нужно продвигать на высшие государственные должности иначе, и брать с нее пример. Но чувствую, что-то тут не так. Вот, ну честно, она, конечно же, а баба на сердце чувствует. Она, конечно же, является бельмом на глазу, да, подавляющего большинства чиновников, которые пришли во власть, чтобы зарабатывать. Вот когда у нас будут приходить люди, которые не заработать, а позаботиться о народе, наступит тогда мы, царствие, наверное... Наступит царствие небесное, Ирина. Это преждевременно. Почему? Патриарх Кирилл сказал, что вот чуть-чуть прямо вот еще осталось. Знаете, я наблюдаю... Очень бы хотелось еще пожить на этой грешной земле. Я наблюдаю за вами вот со стороны. Мы смотримся, ну, в диалоге, во-первых, великолепно. Вот то, что я хотела, вот честно, наблюдать одно удовольствие. И я приблизительно понимала, что так будет. Это выглядит вот именно так, как выглядит примерно в семьях, да, когда жена, она постоянно что-то трепещит, что-то говорит, что-то вот таким фоном, и мужчина вот так вот, как философ, смотрит на нее снисходительно, да. Что еще она там налепит вообще? Да что, чего она там? И потом звучит ключевая трагическая фраза, что все мы сдохнем, на что женщина пытается с этими согласиться. Я еще не готова! Давайте хоть что-то делать, что? Мужчина спрашивает, ну,
что? Она, ну что-нибудь! Что? И в итоге ничего. Давайте ужин разогрей тогда, да? Ну иди пожрать, приготовь. Народов, вот. На Руси, ну, во всяком случае, в Северной Руси, вот в Архангельской области, там ведь долго, наверное, века до 19-го, вот образ тещи, совы, которая принимает решение как бы в семье, он оставался достаточно долго. Достаточно долго теща принимала на самом деле решение, что к чему и почему. То есть все равно все на бабе было? Конечно. А я тебе что говорила? А как? Мужики или воюют, или охотятся. Или спят. Или спят. Ну, имеет право. Не, ну, он как бы его тоже можно понять. Он, да. Какой-нибудь, да, князь, всех понять какой-нибудь князь с войны возвращается, смотрит, семеро по лавкам. Мать честная. Откуда взялись? Тут, я 7 лет был на войне. Княжек, хазары. 7 лет, вот 7 и детей. Чисто поле. Да. Хочу, чтобы вы пофилософствовали. Английский философ Рассел сказал о том, что чтобы понять философию эпохи и нации, нужно самому быть немножко философом. Вот как вы полагаете, какова философия нашей эпохи? Вообще, конечно, быть философом – это единственная возможность не сойти с ума, согласна, глядя на то, что происходит. И нужно понимать, что мы живем в очень сложное, но безумно интересное время, когда мужчины отдают бразды правления женщине. На словах. Нет. У нас, кстати, не верь, 47%, он бровь уже хмурит. 47% высших должностей, именно руководителей, в нашей стране занимают женщины. Угу. Просто к этому настолько все привыкли, что это руководитель приходит домой и готовит обед, ужин, делает дома уборку, и она не думает, что она многостаночница при этом, потому что, ну, все так делают. Поэтому я думаю, что сейчас, когда журналисты уже не являются четвертой властью, а вернее не так, когда каждый блогер, каждая домохозяйка, да, как говорил Ленин, является источником информации, когда вот эти вот сети центрические войны проходят на наших глазах, когда можно получить 1 000 000 подписчиков, не имея никакого государственного поста, и влиять на мнение других людей, открывать или закрывать эти окна Авертона самостоятельно. И ты являешься, кстати, ярким примером того, как из домохозяйки за 3 года ты стала медиаперсоной, которую знают, из которой считаются. Вот я считаю, что не использовать все возможности, которые есть сегодня, это грех. Да, надо брать на себя ответственность, да, нужно полагаться друг на друга, но нужно прекрасно понимать, что мы сегодня являемся сами творцами своей собственной судьбы. А ты как полагаешь, философия нашего времени, это как можно было ее обозначить? Ну, если говорить о постмодернизме, в котором мы... А теперь поговорим по-научному. Да. Да, в общем-то, с одной стороны, меня берет оптимизм, потому что и медицина, и физика квантовая. Оптимизм – это да. И физика электроники, она стоит на пороге каких-то великих свершений совершенно. С другой стороны, человеческое сознание исчезает. Я прошу прощения за такое вот как бы… Сознание, может или быть, желание что-то менять. Может быть фашистский ног такой даже, но лозунг, как бы экстремистский. Угу. Но 70% населения за планетой Земля не совсем люди в полном объеме. Потому что у них отсутствует анализ информации. У них отсутствуют логические построения. То этого, есть вот эти вот цепочки анализа отсутствуют, да, нейронные? Это вполне объяснимо, потому что объем информации, который сейчас сыпется на человека, он не то что отрефлексировать ее не позволяет, а он даже, она угнетает человека. Воспринять ее невозможно. Да, да. Физически. И человек не участвует в элементарных процессах каких-то решений. За него все решено. Это первое. Ну, такой отрицательный момент. И как вернуть это сознание, непонятно. Потому что человек стал употреблять информацию, как вот хот-дог, как фастфуд, понимаешь? То, что ему говорят, то механически. То оно глотает, фоном идет. Плюс белый шум, плюс это. Да, вот он раз. Да. И понятие личности, оно, к сожалению, исчезает. Это становится уделом каких-то элитарных групп, которые книжки читают и понимают, что к чему. Это первое. А второе, как бы,
как таковое государство, понятие, оно давно исчезает. И на мой взгляд, это уже чисто такие умозрительные построения, потому что надо, чтобы армия существовала и так далее. Но на самом деле миром правят глобальные финансовые корпорации. И вообще корпорации. Да, миром всегда правили деньги. Вот, ну да. И отрицать тот процесс, что государство – это просто видимость того, что существует. Мир потихоньку, мне кажется, движется вообще к созданию мегаполисов таких и кантри. Угу. И какое там будет государство, в принципе, это уже не совсем. Мы проживаем крах и капитализма, и социализма, и вообще товарно-денежных отношений, которые были раньше. Потому что если раньше что-то производственная экономика могла создавать, и за счет этого как бы существовал пролетариат, буржуазия, то теперь как бы ничего этого нету. Ты можешь сидеть дома, купить себе ферму по стартапам, да, по одному евро вкладывать, и с этого иметь прибыль такую, которая ни одному промышленнику в принципе не снилась, понимаешь? Угу. И кто-то при этом. Пролетарий, буржуазия, нет, ты совершенно человек, который вообще не определен как объект, который делает деньги из денег вообще, из ничего практически, понимаешь? При этом ты имеешь львиную долю как бы доходов от общественного продукта, не производя вообще ничего, понимаешь? И зарабатывая десятки миллионов рублей, как, допустим, да, владелец популярного YouTube-канала, да, хотя, где подписчиков как бы, больше миллиона человек. Как бы, хотя как бы какой-нибудь человек, который скайлом с утра до ночи руду добывает, он тоже падает в голодный обморок, потому что, в принципе, этот уголь никому не нужен, по большому счету. Ну ладно, и в связи с этим... Да, еще, кстати, альтернативные источники энергии, которые появляются, и вообще в ближайшем, да, я жду одного хотя бы, ну или группу философов, которые смогут для начала объяснить современный миропорядок. Потому что ни одного внятного определения, как вот, которое давал Адам Смит, там Карл Маркс, тот же Вебер, его нет. Ну, выбор ты уже забраковал. Получается, ну, да, философия без философии, да? Мы пока... То ли мы есть, то ли мы нет, то ли есть сознание, нет, то ли нет сознания, дело в том, что, как дело между том, небом и землей. Дело в том, что пока на сегодняшний день осмысления существующего миропорядка его нет просто-напросто. Да, и чтобы не сойти с ума, лучше оставаться философом. Потому что мир стремительно меняется, и мы не успеваем не только дать название тому, что происходит, это вот турбулентность происходящего, такая вот затянувшаяся или начавшаяся турбулентность. От нас не зависящая, получается, это не, да? Это есть некий процесс? Не, нет, зависит, она зависит от тебя. Это понимаешь, не зависит от нас и зависит от каждого. То есть вот здесь мы создаем свою действительность, тем более, что сейчас мы подкованы, да, психологически, и мы прекрасно понимаем, что можно не испытывать боль, не зацикливаясь на том, что ее вызывают. Но я сейчас говорю о ментальной, да, о душевной боли. Можно не испытывать и физическую, кстати, боль тоже, потому что есть огромное количество веществ, которые позволяют ее избежать. И ты вот сегодня, на самом деле, почему я и сказала, что ты творишь свою судьбу, можно делать все, что угодно и преуспеть при этом, если у тебя есть вот это вот еще чутье, вот пост, наверное, даже не постмодернистская, а постпостмодернистская, вот то чутье вот нового, наверное, человека, который вот рождается сейчас на наших глазах. И мы тоже, кстати, уже являемся вот этим новым человеком, которого не было раньше. Но нет, допустим, тех мозгов, которые были когда-то, которые смогут это все систематизировать. И, наверное, не способен мозг вот всю эту информацию воспринять. Никакой мозг. И во всем в этом происходящем... Сергей очень хорошую, кстати, тему ужасно задал. Ужасно обидно за Россию-матушку. Это да. Потому что она, к сожалению, исчезает. И народ населением исчезает. И тем, что вместо нормальных каких-то перспектив для нашего, как бы, грубо говоря, тоже норки, в которой мы все находимся, которая называется Россия, никто не выстраивает. Раньше хотя бы коммунизм хотели построить. Хотя бы коммунизм. Теперь, ты вредный элемент, Серег. Нет, ну Россия всегда была любима Богом. Вот. И я, например, верю в то, что вот опять, вот как вот мы хоть и говорят, что мы русские надеемся на авось и небось, но все равно что-то произойдет, что поможет нам вот всем. Вот чисто женская что позиция, поможет, может, нам, да, всем здраво рассуждает мужчина о том, что выхода нет, но женщина говорит, я не знаю почему, а но женщины, я чувствую, ну что-нибудь, ну не знаю, там Бог что-нибудь сохранит, что-нибудь сделает, что-нибудь. Но Россия надежда, особая страна. Да, согласна. И вообще, мы, если не скажем об этом, это будет большой ошибкой. Россия является духовным центром мира. И есть, кстати, огромное количество примеров, когда приезжают в Россию не только
русскоговорящие люди, которые родились вот не в России, но сохранили язык, но и не говорящие по-русски люди. И люди, которые к русской крови не имеют никакого отношения, они приезжают сюда, потому что у нас еще есть вот эти отношения нормальные между мужчиной и женщиной. Потому что у нас мужчинам в кафе платят за женщину, даже если это студенты, которые не встречаются между собой. Что это вот у нас есть, вот эта вот такая духовность, эта связь, она есть. А там уже этого нет. Ну, поэтому у нас вот страна особенная. Кто сказал такой бред? Я знаю о том, что мужчины платят за женщин. Я знаю пару студентов, которые за меня заплатили. Которые платят за женщин, и это нормально. Да нет, при чем тут это? А кто сказал, что там такого нет? Сплошь и рядом. Вы... Феминистки, которые мужчину могут засудить за то, что он долго на нее смотрел, будучи начальником, за харассмент, за то, что мужчина открыл дверь перед женщиной, за то, что он пожал ей руку. А в том, что у нас некий депутат домогался корреспондента, это как бы духовность. Потому что он мужик, вот поэтому он и домогался. Еще большой вопрос, домогался или не домогался. Нет, у нас все есть объяснение. Слава Богу, мальчишка, хоть он хотя бы не гомосексуалист, уже хорошо. А вот благодаря Владимиру Владимировичу мы узнали о такой формулировке, как он сказал про расставание. Это свое, я забыла это слово. Расставание с кем? Разводился он с женой, и как он сказал? Климакс. Климакс, это понятие. На последней пресс-конференции его пытались спровоцировать, задав ему вопрос, когда же он снова женится. Он говорит, вот скажите, пожалуйста, это мужчина задавал вопрос. Ну. А вы-то сами женаты? Тот говорит, да. Ну вот. Вот вы мучаетесь и хотите, чтобы я тоже женился. Стоп, подожди. Я к тому говорю, что смотри, значит, он сам разводится. У них такой благоразумный развод. Но он по-другому это как-то назвал. Интеллигентный развод. Мы или расстались. Как? Нет, он какое-то слово, термин нес, приняли не помню. Решение. Цивилизованный развод. Развод. Смотри, потом же объявляется, что у нас год семьи. Потом мы начинаем рассуждать о каких-то семейных ценностях. То есть, другими словами, вы давайте, ребята, там создавайте семьи, храните эти традиции, а я как-нибудь свободный человек, и он же должен показывать, в первую очередь, пример этой любой семьи. Любой развод – это прежде всего трагедия. Да какая там трагедия? И для женщины, и для мужчины. И что же, президент тоже человек, он должен был ждать, пока закончится год семьи, то есть быть показушником и после этого развестись. Я не знаю, что должен или президент. Или как, вот что мы от него просим? Он такой же быть человек. Быть примером для всех. Слушайте, это Свет, было бы идеально, поговорить, но мы живем в реальном мире. И человек, который принял решение, что он разводится, на самом деле намного честнее, чем тот, который не разводится, когда он не хочет жить с этим человеком, портит жизнь себе, портит жизнь ему, еще, может быть, каким-то другим людям. И бывает, когда вот расставание – это лучший вариант. И, конечно, Слушай, Свет, вот скажи, лучше было бы, если вообще никто никогда не разводился. Вот вы жильцы дома, выбрали управдома. Так. Тебя трясет, что у него с женой, что у тебя главное, чтобы у тебя крыша не текла. Вот, и чтобы правильно, тебя порог был подбежал. Правильно, да. Но если чтобы мы... Я согласна. Я просто хочу понять, если Ирина выступает за семейные ценности, осуждаю ли да? я президента за развод, ты это хочешь вот, сказать? Вот, да, нет, совершенно не верно. Я сочувствую ему, потому что развод это... Ну, я, слава богу, не знаю, что это такое на личном примере, но, наверное, ничего хорошего в этом нет. Когда ты сначала принимаешь решение, что ты с этим человеком будешь, а потом происходит что-то такое, люди же меняются. Угу. Люди меняются. Иногда они меняются до неузнаваемости. Что через какое-то время они понимают, что им вместе уже ну, это все понятно. Я не про это. Я к тому, что рыба гниет с головы. Нет, и либо он пример для нас, либо тогда надо рассуждать про какие-то семейные ценности. Быть лицемером. Ради того, чтобы не обмануть чьи-то ожидания, это неправильно, это неискренне. Ну, и в том, что он честно развелся и честно об этом заявил, не имея брак симулякр, да, формально, что он вроде бы есть, на самом деле его нет. Это надо наоборот делать ему честь, что он откровенен со своим народом. Развелся и развелся. Ну, я что-то правильно. Не пойму, действительно, почему примером должен каким-то быть? Ну, что, в непорочном зачете? Я не говорю, он был рожден в непорочном зачете. Я не говорю, что я так считаю. Но бытует такое мнение, что если президент какие-то там провозглашает, да, вот постулаты, ну, как бы соответствуй им. Да, если ты следуешь за семью, главное, то, пожалуйста. Главное, чтобы в доме было тепло, чтобы не капало с крыши, и чтобы все были довольны. Ну, вот по поводу а не капало с крыши тоже доме, под вопрос. Бог хорошо. С ним, пусть он решает. Ты начала свою общественную деятельность под руководством Николая Старостина, да? Старикова, да. Вот, так он сказал, если не Путин, то никто, иначе а будет хуже.
Ну вот и вся инициатива. Нет, ну здесь очень, кстати, интересная позиция у Николая Старикова относительно геополитики. Я во многом с ним согласна. Но, например, сегодня давайте посмотрим на политический небосвод. По поводу кого мы будем выбирать по поводу в 24-м США-НАТО, году? У меня вот простой вопрос. В 90-е годы. Если они так хотели заполучить Россию, что же они нас не разбомбили? Да они думали, что мы сами помрем. Кедрень, мы, наоборот, потому что нас, с нами такое, да ничего они не думали. Мы мы живы только потому, что у нас, мы нужны им, как прокладка между Китаем и ними. А вот Китай, кстати, тоже достаточно интересный для нас партнер и не такой уж безопасный. И вот как раз экономисты и те люди, которые разбираются в геополитике, согласятся с Сергеем, я тоже согласна с Сергеем, что Китай... Это достаточно для нас опасная страна. И то, что происходит вот это взаимодействие с США, это взаимодействие. Это в глобальном смысле не война. Но это опять-таки тема для следующей программы. Давай сделаем серию. Это на самом деле будет интересно. Посмотрим. Так, смотрите, друзья мои. Впервые хочется... Обычно я там в процессе... Но насчет алиментов я не согласен. А почему, кстати, государство, какое, неважно какое, немецкое или наше, да, должно платить женщине за то, что она родила ребенка, какого-то козла, который ушел? Почему сразу козла-то, интересно? Ну, во-первых, женщина не знала, что козел уйдет. Во-вторых, вот козел уйдет. Ну, ребенок, а потом уже почему? Есть. Цивилизованный Сереж, раз? Что делать? Свет, подожди. Вот что делать, если ребенок уже родился? То есть дура нам... она, например, не рассчитала... Нам нужны дети, правильно? На нехорошего мужчину. Стране нужны дети, правильно я говорю? Дети нужны. Православный свингер-клуб. О, Господи. Еще раз. Вот и Господи, тезис я категорически чтобы против, не просто так. Я категорически против создания свингер-клуба, а тем более православного. Нет, это тоже за чтобы грани. Не просто, а соборной с молитовкой, понимаешь? О, Господи. Чтобы, да, вот. О, Господи. Нет, это уже и пошло. Инициативу, да, национальный родительский комитет не подписывается. Нет, государство должно поддержать. Вы должны подхватить любого своего гражданина, который оказался в сложной жизненной ситуации. И мать-одиночка – это как раз тот гражданин, та гражданка, которая оказалась в сложной жизненной ситуации, даже если у нее безответственный мужчина оказался безответственным, ребенка-то уже никуда не денешь. Его нужно воспитывать, его надо кормить, несмотря на идеологию, несмотря на ее интеллектуальные способности. Ребенка нужно поднимать, и государство обязано помочь ей в этом. В общем, ладно, ребят, будем заканчивать. Так оно у нас все в жизни и происходит. Болтаем, кто лозунги говорит, кто, нахмурив бровь, там покуривает и похихикивает, слушай, да, своим сарказмом. А босс и ныне там. Был один святой, который я на самом деле уважаю. А он одну чудесную фразу сказал. Перед тем, как помочь человечеству, помоги себе. Да. И узнай для начала, кто ты. И для чего ты пришел на эту землю? И тезис нашей программы. Помоги себе сам. Но это не то, что мы хотели сказать. Видишь, а сказали. Да. В общем... Нет, ну понять вообще действительно вот свою миссию, я вот не боюсь показаться пафосной, это, наверное, должен каждый человек. Потому что когда у тебя есть зачем, когда у тебя есть цель, ты знаешь, зачем ты к ней идешь, то ты знаешь и как. А кораблю, который не имеет цели, никогда не будет попутного ветра. Я бы сказал так, что общественно-политическая мастурбация лучше, чем революция. Тоже хорошо. Да, но церебральный секс хуже, чем классический. Ребят, будем заканчивать. Спасибо вам за разговор. Он такой очень, мне кажется... интересный и показательный на самом деле, как да, мы так глубоко копнули, да, сегодня происходит, как эта беседа обо всем и ни о чем, так в общем-то у нас все и происходит. Ну вот это мой такой вывод, зрители сделают его сами. Вот такое происходит и взаимодействие между мужчиной и женщиной, которое сейчас обозначил. Вы очень ярко его продемонстрировали и очень похоже это на анекдот, когда мужику пришили женские уши и доктор спрашивает, как ты себя чувствуешь? Он говорит, отлично себя чувствую. А слышите? Я, говорит, прекрасно слышу, но ничего не понимаю. Вот это вот приблизительно то же самое, что, на мой взгляд, происходило. Ну, зрители дадут свою оценку, но все равно это полезно. И... А ты знаешь, мой любимый анекдот по поводу женской расскажи, психологии. Расскажи, когда, ну, там, муж, фермер, приехал из города и жене привез кассету с порнографией. Я говорю, Дунь, ты глянь, говорит, ты что тут так, мы с тобой вообще не тем. Всю жизнь, ну, пришел с работы, она сидит в телевизоре, не борща, не котлет.
Он говорит: Дунь, ты что, весь день что за? Она говорит: не поверишь, говорит, раз 20-й пересматриваю, мне все невдомек, поженились они или нет. А я думала, будет другой конец. Ни обеда, ни ужина. И она ему говорит: слушай, я, говорит, поняла, что я всю жизнь не тем занималась. Главное, чтобы нам не дождаться этого конца. А с вами была Ирина Волынец и Сергей Трофимов, и ваша Светлана Прель. Чтобы не сойти с ума, будьте философами. Будьте с нами.